В субботу 2 сентября в рамках Всероссийского экологического субботника на территории городского округа Зарайск наводили чистоту и порядок в местах массового отдыха людей. Сегодня в городском округе Зарайск администрацией, учреждениями и объединениями всерьез воспринят клич принять участие во всероссийской экологической акции по наведению чистоты и порядка. В данном случае сегодня мы находимся в одном из любимых мест отдыха зарайчан и гостей. Это Беспятовская роща. Но, к сожалению, нередки случаи, когда место отдыха превращается, по большому счету, в свалку. И очень здорово, что сегодня неравнодушные люди, много молодежи, кстати, сегодня, пришли, чтобы, ну, наверное, убрать за другими тот мусор, который почему-то оставляют люди за собой. И я думаю, что подобные мероприятия, они все-таки, ну, будут влиять на наших людей, на их разум, на те поступки, в конце концов, которые они совершают. Ну, я, по крайней мере, в это искренне верю, что настанет время, когда мы будем дорожить этой чистотой и вот этой красотой, которая нас окружает. Субботник весело, все идем толпой. Убираем вместе мы город наш родной. Будем все старательно листья подметать. Станет чистым, красочным все вокруг опять. Никогда не бросай мимо урны мусор ты насорил, убирай. Не живут без чистоты. Сегодня мы принимаем участие вместе с своими одноклассниками в акции по очистке Беспятовского леса. И для нас это не сложно, но мы хотим обратиться ко всем. Не надо мусорить в лесу. Для этого существуют специальные места, где находятся урны. Нужно ценить то, что нас окружает. Природа – это наше богатство, и нужно ценить ее. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этой экологической всероссийской акции под названием «Субботник». Всем, конечно, большое спасибо. И думаю, что впредь все люди будут стараться, ну, просто не гадить там, где мы живем. Лес надо беречь. За собой все убирать. Мы присоединяемся ко всему вышесказанному и напоминаем: берегите природу. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.